Вот. Здравствуйте. Добрый вечер. Еще раз, вас зовут правильно, просто я не смог. Айнура. Ай? Айнур. Айнур, а, все, Айнур, понял. Вот, с чем работаем, что делаем? Не знаю, поезд. Не бойтесь, я до вас не дотянусь. Угу. С чем пришли? Состояние свое расскажите, с чем будем работать и что делать? Мне грыжа беспокоит. Грыжа в спине у вас или что? Да, да, да. Отдел какой? Где именно? Позвоночек. Копчик, где внизу. Копчик? Там раньше 3 миллиметра было, сейчас 5,8. Обычно это в пояснице или в копчике? Это два разных отдела. Поясница, поясница. Поясница. Угу. Грыжа в пояснице или вообще боли в спине, вот именно район поясницы, это говорит о том, что это, в общем, нехватка денег, основная задача. И нехватка секса. То есть это или избыток, но это какой-то перекос, это дисбаланс, да? Либо с деньгами, либо связано с сексом. Обычно это все вместе. Вот. Поэтому это ведет к депрессии, это ведет к агрессии, это ведет к обидам, да, к раздражительности. То есть это все, оно потом тянется друг за другом. Если у вас... уже грыжа, это у вас, значит, симптомы эти уже давным-давно. Дышать будешь? Да. Дышать хочешь? Поработаем? Боюсь. Боюсь. Женикамс, привет. Дышать будем, просто дышать? Ты, в общем, этот, ставь телефон так, чтобы руки были свободны. Закрой глаза, просто подыши. Но чтоб я тебя видел, ладно? Угу. Когда я буду обращаться к тебе, Айнура, я буду обращаться по имени. Когда я буду просто так болтать, я тогда буду без имени, ладно? Все, что начинается со слов «Айнура, сделай вот это» или там «Айнура», это про тебя. Все остальное я болтаю просто так, это тебя не касается. Хорошо? Закрываю глаза, руки опусти, чтобы они были расслаблены. Вдох через нос, выдох через рот, просто дышим глубоко. Ты там никого не напугаешь? Давай. Дыши. Нет, нет, я закрыла дверь. Ага. Вдох через нос, выдох через рот, выдыхай. Дыши. Еще глубже. Дышите вместе с ней, плачьте, да? Нормально это. Вам ее энергия не идет, не переживайте. Вы можете только на свое срезонировать. Закрой глаза, дыши. Дыши глубоко.
Вот занятия. Скулы сводят, да. Агрессия это твоя. В Астане будет недельная сессия, записывайте. Запишите в директ, я отвечу вам. Иди на WhatsApp. Я покажу, что я не знаю. Меня выворачивает руки, скучится бедные. Губы сворачивают больно. Я уже делаю крики. Все еще больно. Что магия у вас? Делайте. Если есть возможность прийти на сессию, придите. Если нет, тогда делайте через... Единственное, там надо перейти в этот порог. Да? То есть больно-больно, плохо дух у вас должен отпускать. И вот вы пробиваете вот эту вот пробку энергетическую. Вот, еще вдох. Айнур, это очень доброе. На тебе все пашут. В тебя плачут все. Ты всем помогаешь. Тебя можно пользовать и в рот, и в тарту, вот честно. Ленивый тебя не пользует. С мужчинами ты почему-то боишься, да? Ты замужем, не замужем, да? Замужем? Нет. Ага. Давай. Боишься мужиков почему-то? Давай, еще вдох. Да, все, повторяйте. Ага. Дышим. Давай, Нур. Ну, сейчас плакать, давай выплакивай. Давай потихоньку. Боль плакать изнутри. Наплевали же всех душу, ну. Ну, давай, давай, выпускай. Пользуются, видно же. Ты же со всей душой к ним, а не тебе в телефоне. Давай. Смеяться охота смеси, если. Если плакать, то плачь. Ржать охота, да? Не знаю, не знаю. А? Не знаю. Давай, давай, нормально. Просто смеяться хочет. Смейся, смейся, хорошо это. Здравствуйте. Давай, ну, рассмейся. Между слезами и смехом нет никакой разницы. Там очень тонкая грань. И то истерика, просто смех приятней. А слезы они такие. Выплакивай, давай. А, вот так. Вот так молодец. Давай. Что происходит? Трясется. Трясется? Лёр. Ага, дыши, дыши, нормально. Давай, давай, давай.
Давай, выпускай вот эту дрожь, все, выдыхай. Холодно становится, да? Ага, дыши. Это страх смерти, это ты где-то умирала, я не знаю. Какая ситуация была, но выпускай. Брат умер. Давно? Да. Ты как-то рядом была? Нет. Увидела. За себя испугалась? Ага, выпускай, выпускай. Выпускай холод. Это. Ну, вот так, ну, хорошо. Давай. Выпускай. Вот так, давай, еще. Да. Сейчас что чувствуешь? Все тело холодно вообще. Ага. А левая почка тянет, нет? А? Ага. Да, да. Выплакивай, давай. Поплачь, тебе не плачь, тебя не выпускать. Выпускай холод, этот страх смерти выпускай. Это же было отчаяние, это было страшно. Вытаскивай. Не держи, хорошо, плачь, по-моему, слезы. У кого не менее, это тоже хорошо. А ну, дыши глубоко. Давай. И представь, что ты это все выпускаешь прям.
А ну, руки покажи. А, ну все, стой. Ноги не скрещивай, руки не скрещивай, дыши. Еще давай. Выдыхает холод. У меня 4 года назад, и, может, после этого у меня тоже страх. Сбавься, поставь. Так же дышите, сейчас сидите, поработаем, посмотрим, поплачьте. А ну, руки дела. Рука онемит. Руки онемели? Вдох через нос, выдох через рот, так и дышим. Это можно индивидуально, можно самостоятельно, разницы нет. Просто когда вы доходите, надо, ну, вот, даже если у вас крутит как это, потихоньку подышите тихо-тихо за часик это будет, если самостоятельно. Но лучше, конечно, это, ну, хотя бы какой-то еще контакт был такой. Хорошо, нормально. Руки покажите, свернулись руки? Свернулись, да? Угу. Подушка есть рядом, нет? Куда включать? Взяла? Плачь. Бери. Видишь, какая предусмотрительная. Бери подушку, просто не кричи. Легче? Посмотри сюда. Руки отпустила? Нет. Еще кричи. Легче? Сильно онемит это. Это левой руки. Онемит. Еще хуже стало? Да. А? Да, да, да. Еще ори. Подушку. Да? Ори в подушку, говорю. Это все, это...
эта пробка прорваться должна. Ага. Как дела? Легче? Нормально. Анюра, я тебя спрашиваю, легче или нет? А, руки холодно, все тело. Ага, да, ставь руки. Телефон, чтобы мы тебя видели, и опять дыши. Как дела, Инур? Хорошо, да? Да, спасибо. Легче вообще. Да. Как будто легче себя чувствую. Ух, вчера жара стала. Рассказывай, что с тобой происходило, что ты чувствовала, что ты сейчас чувствуешь, вот какая разница? Первый раз сильно холод было, потом трясло, потом холодно было, потом легче стало сейчас, жарко стало вообще. Угу. Руки все только что холодно было, сейчас жарко стало. Супер. Это жизнь пошла, это. Энергия пошла, поэтому тепло стало. Жизнь пошла, говорю. Энергия. Да. Эмоции как у тебя? Когда кричала, что чувствовала? Не знаю. Не знаю. Легче было. Ага. Ты почувствовала выход какой-то как... внутри? Как будто что-то из тела вышло. Какой-то холод вышло. Ага. Нет. Какой-то первый раз холодно было, вообще холодно, замерзло. Как будто на улице хожу. Потом, когда кричала, потом легче стало. Рукой все онемело. Угу. Потом хорошо что-то, свободно, жарко стало. Здорово. Рад я за тебя. С тобой хорошо было? Спасибо. Быстро? Ты прям да, молодец. Классно. Спасибо вам. Пожалуйста. До свидания. Все? До свидания. Все? Давай, пока. Ага. Давай, до свидания. Ага.